Мы надеемся, что когда мы вернемся в Москву, Иван будет на свободе, с него снимут все обвинения, и у него все будет хорошо. И, но, с другой стороны, зная практику российского правосудия, возможно, нам еще придется выходить на митинги и пикеты, и мы будем это делать, пока Иван не будет на свободе. Ощущения очень неприятные, потому что Иван Голунов, он как мой коллега, так и коллега всех людей, которые здесь собрались. И то, что сейчас произошло в Москве, конкретно его задержание, это очевидно удар по свободе слова. И это явный знак, что существует огромный набор тем, затрагивать которые сейчас просто опасно, что абсолютно не соответствует идее о свободе слова.